16 июня все верующие мусульмане отмечают один из главных религиозных праздников – Курбан-Байрам или Ид-Аль-Адха. Согласно истории этого дня, архангел Джабраил, явившись во сне к пророку Ибрагиму, передал ему веление Аллаха принести в жертву своего первенца Исмаила, чтобы показать Всевышнему свою преданность. Пророк подчинился, но в последний момент Аллах затупил нож и заменил Исмаила жертвенным ягненком. С самого утра в Каспийске на забойной площадке многолюдно, горожане после праздничного намаза активно прибывают для совершения жертвоприношения. На данный момент уже стартовал, получается, праздничный этап жертвоприношения, если можно так сказать. Сейчас активно каспичане и не только приходят сюда, проходит процесс закупки жертвенного животного. Далее, после этого он переходит на ту часть, где уже мясо, получается, разделывают, то есть животное разделывают. В рамках религиозного мероприятия на территории площадки организовано место для омовения и молитвы. Любой желающий может провести жертвоприношение в течение праздничных дней. Все, кто хотят какую-то часть туши оставить на благотворительность, находятся представители нашего фонда. Они могут к ним подойти и указать ту часть туши, которую они хотят оставить для нуждающихся. Все проходит, как вы видите, очень празднично, у всех праздничное настроение. Все проходит без каких-то эксцессов, хвала Всевышнему. Жертвенное мясо на благотворительность представители благотворительного фонда «Инсан» будут развозить нуждающимся семьям. Помимо этого, на территории площадки имеются два загона благотворительной организации. Любой желающий может купить мясо для подопечных фонда. Стоит отметить, что организаторами праздника являются духовенство Каспийска, благотворительный фонд «Инсан», а также администрация города. Пользуясь случаем, хочу поздравить каспичан с этим особенным праздником, который знаменует время тепла, благодати, процветания и щедрости в том числе. Желаю, чтобы каждое жертвоприношение и добрые поступки были приняты Всевышним, чтобы этот праздник и его особенное тепло осталось до следующего года. Всех еще раз с праздником, здоровья, тепла и всего самого наилучшего. Поздравляю всех с этим великим праздником Курбан-Байрам. Да примет Всевышний все ваши жертвоприношения, ваши мольбы, и да сохранит Всевышний милость и мир на нашей земле. Аминь.